Добро пожаловать, друзья. Сегодня я собираюсь приготовить бигус. То есть я сегодня буду тушить капусту с мясом и колбасой. Это очень простое блюдо, но очень вкусное. Я сейчас обжариваю окорочок мяса. Затем я добавлю колбаски и уже загружу капусту. И буду тушить. Вот так вот я буду готовить. Там вдалеке у меня заготовка на кимчи. Одно кимчи уже, в общем-то, мы контейнер кимчи уже съели. И сейчас я уже приготовила вот следующий контейнер. Если кого-то интересует, то можно посмотреть на нашем канале. А я продолжаю готовить. Вот я загрузила колбасу. И она у меня полукопченая, как мы. Я ее очень быстро и быстренько обжали. В общем-то, долго внимания. Все, у меня уже, я считаю, что обжарено. И теперь я загружаю капусту. И начинаю ее обжарить. Сейчас я ее распределю по всей сковородке, размешаю и буду потихонечку тушить. Не обжаривать, а тушить капусту. Вот, дорогие друзья, я тушила капусту практически час. И вот такое вкуснейшее блюдо у меня получилось. Ну, готовьте бигус. Всем пока, всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!